Сегодня 7 апреля. Посмотрим, сколько у меня вывелось в этот раз цыплят, которые я закладывала в Золушку, вот в эту решетку. Здесь 28 штук, вот 7 на 4, 28. И 4 яйца я положила рядышком для того, чтобы, ну, когда ее катаешь вручную, 4 штуки хватает там, чтобы они перевернулись сверху. Думаю, буду вас копировать, вытащу. Но что-то вот скопировала, ничего не поняла и все оставила. Этих давайте посчитаем. Раз, там нету. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Честно говоря, еще сама не считала. Вот, ну, как бы знаю, сколько там что. Я заглядывала в инкубатор, а вот этих не пересчитывала, сколько точно, чтобы все прям вот сошлось у меня. Вот так, 18. Здесь сейчас пойдем в инкубатор откроем. Так, открываем, убираем. Сейчас я вам покажу, кого я помогла вытащить, кого в этот раз. Так, так, давайте. Чтобы все было видно, в руках держу в этот раз. Так, вообще все количество, которое осталось, давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и 14, 32. Как раз 28 и 4, 32. Вот все тут. Ни одного плохого не вытащила. Рассказываю. Вот этого черного вытащила. Живой. Сейчас будем греть, будет нормально все. Мертвых 2 вот этих раз. Объясняю почему. Вот этот вот наклюнулся и лежал вот так вниз. Потом, и там была капля на том проклеве. Представляете? Этих, а там черного вытащил, этих двоих вытаскиваю. Этот не знаю, тоже, видите, слизь какая-то, скорее всего, тоже задохнулся. Ну, уже все, готовый, чистенький, ни крови, ничего нет. Вот прям вот буквально в этом инкубаторе уже задохнулся. Так, ну, этих двоих я сейчас вытащу. Они все хорошие, нормальные. Скорлупа толстоватая. Влажность здесь нормальная. В общем-то, знаете, одной рукой прямо помогать. Это кощунство какое-то. Просто вывалить его, да и все. Давай, милый мой, давай. Все хорошо. У него будет все хорошо. Не переживайте даже. Сейчас, подождите. Все, закрываем, греем, и все будет хорошо. Все, они просто, им холодно. Сейчас вот этот не знаю, что такое будет. А так, вот минус 2 яйца получается. Сейчас грею, подождите. На эти цифры не смотрите. Это сейчас вот просто остыло и влажность. Вот, не знаю, не могу никак понять я с этой влажностью. Представляете, вот не могу никак разобраться все-таки. Вот эти два последних погибли, потому что было... Прям вот они уже все. Им только бы вылупиться. Вот на одном я виновата, надо было на клев повернуть вверх на клевом, и все было бы хорошо. А второй, ну, наверное, тоже так же. Я даже не знаю, там тоже был на клев, и он тоже умер вот в последнюю минуту. Не знаю, что получилось. Итак, из 32 яиц 30 вывелось 2. Вот в последний день погибли. У меня плода ни одного нету, получается. Ну и все. Но я не говорю, что в этом инкубаторе. В том инкубаторе все-таки они выводились. Это последние 3 дня они здесь у меня. Ну а в том, что было у меня, было один раз тоже. Забыла крышку, я сняла, поставила ее на кровать. И даже больше скажу, я не выключила его. И он, у меня кипела вода. Представляете, вылилось все вон туда. Что у нас там все, видите, все собрано. Кипела вода, вылилось, все насквозь промокло. И мы это все вот сушим. Вот отсюда вылилось. Потом я все налила, нагрела. И вот поэтому на сутки оттянулось. Но вывелись все, уродцы, ни одного нет, вот, кроме вот которых я помогла вытащить. Сейчас посмотрим. Но я думаю, что все хорошо. Давайте-ка, знаете что, я завтра еще их покажу вам. Не буду сейчас заканчивать, покажу вам завтра. Прям буквально вот покажу просто, как они выглядят. И все, и закончу, попрощаюсь с вами. Все, вывелись у меня цыплятки. 30 штук из 32. Про 2 я вам рассказала, почему они не вывелись. Просто не перевернула яйцо с наклевом вверх. И там конденсат скопился, и все. Вот такая история вышла.
Вот. Оплот был 100% получается. Вот он у меня, Петя. Просто молиться на него надо. И черные эти курочки. Молодцы. Но вот эти желтенькие, возможно, они не от черных уже, потому что они уже вместе все гуляли. Я брала подряд на инкубацию. И от кученок тоже, значит. Ну и даже, кстати говоря, вот эти вот, вот эти полосатенькие, они очень похожи на кученок. Скорее всего, они такого окраса и будут, как кученки. Видите, вот такие вот попадаются. Это, скорее всего, кученки. Вот. Так цыплятки все хорошие, за исключением одного инвалидика. Сейчас я вам его покажу. Вот он, инвалидик. Он красавчик, конечно. Смотрите, какой красавчик. Но что-то он не встает на ножки. Вроде ножки... Просто толстенькие какие-то ножки не распрямляются у него. Ну-ка, что такое-то у тебя? Иди отсюда. Ну, ты, конечно, обрадовался. Так он переворачивается, все нормально. Не лежит на спинке. Но вот... Так, давайте я его уберу подальше народа. Все, вот эти вот продавать буду. И, наверное, я отдохну немножечко. Что-то я немножечко подустала от этой инкубации. Говорила, что прям у меня... Потому что огород меня съедает все. Я уже забыла посеять капусту. Только сегодня пойду сеять капусту. Просто забыла про нее. Вот семена надо выкладывать на видное место. Потом, значит, такое... Так все будет. Ну, все. А, нет, не все. Сейчас я вам покажу еще. С перепелами у меня еще произошло. Сейчас покажу. Вот, смотрите, отсадила я двух перепелов. Одна перепелка и один перепел. Эту вот сетку я такую поставила просто потому, что снимаю. На самом деле так нельзя делать, видите? Нет. Вот сейчас расскажу вам историю. Короче, они у меня расклеванные были. Вот у этого мальчика, смотрите, сейчас покажу. Смотрите, расклевана голова была. Сейчас уже зажила, я его полечила, все помазала. Подожди ты. Подожди секунду. Видите? Вот это место было в крови, где лысая. Ну, очень просто обработала. Можно зеленкой. У меня там другое средство. Прополис у меня на спирту. Обработала, помазала левомиколем, и все нормально зажило. Это 2 дня уже они тут живут у меня. Единственное, что вам хочу сказать, вот под такой сеткой, конечно, нельзя. Они вылетают. Они вылетают и прям кругами, как голуби, по комнате летают. Я их накрываю вот этой вот. Вот так вот накрываю. Вот эту убираю сеточку, чтобы им тут вот светило. И нормально они тут живут. Так, у этой девочки... Вот у этой девочки на той стороне. Вот она вообще летунья. О, еще та летунья. Видите, вот, смотрите. Сейчас я наведу. Так, девочка, не крутись. Видите, вот здесь вот было расклевано тоже. И, в общем-то, тоже так же полечила я. Что я сделала с теми перепелами? Насыпала сразу же мясокостную муку. Хотя, в принципе, она там, я иногда давала мясокостную муку. И выключила свет. Почему-то у нас 2 дня свет там ночью горел. Скорее всего, это у них было причиной тоже. Что еще? И еще надо убирать мальчиков-перепелов оттуда. И тогда все будет хорошо. Здесь девочка не снесла ни одного яйца за 2 дня. Так что неизвестно, если она не несется, только летает. Зачем она мне нужна? Еще подержу день-два. Здесь минимум вода и корм. И все. Вот они тут у меня. Лазарет у меня такой самодельный. Ну, а там все нормально. Там уже они не клюют. Все хорошо. Ну, все. Сейчас выставлю в группу объявление. Я по продаже в группу нашу в WhatsApp, в деревенскую. Такая хорошая вещь. Все продается хорошо. Все покупается. Что купить, какие телефоны узнать. Ну, это уже другая история. А вы, кому понравилось мое сегодняшнее видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь обязательно комментариями. Ой, пишите обязательно комментарии, делитесь в соцсетях, в разных моим каналам, если вам это не трудно сделать. Если не трудно, смотрите рекламу и заходите почаще в гости. Пока-пока.